Нам поставил прекрасный номер Начо Дуато. Начо испанец. Вот уже год он является художественным руководителем Михайловского театра балета. И с большим удовольствием я работаю с ним. Я была его поклонницей еще до того, как он пришел к нам в театр. И я. Несмотря на то, что я фигурист. Продюсеры пригласили меня на проект. Я обещал подумать. Они стали звонить мне все больше и больше. И Ирина так просила, что я согласился. Она такая замечательная, что отказать ей было невозможно. И я сказал, ладно, давай сделаем это. Выражаясь простым языком, подфартило безумно. Потому что балетные танцовщики всю свою карьеру мечтали бы, чтобы постановщик такого уровня поставил на них специально какой-то номер там или балет. И тут, в общем-то, я, собственно говоря, фигурист пришел. Я думаю, что тебе надо одеть синий пиджак и галстук на голое тело. Разумеется, я не знал Петра, но он замечательный танцор. Невозможно поверить в то, что он был только фигуристом и никогда не выступал на сцене как танцор. Вместе они выглядят очень элегантно, просто фантастически. Созданы друг для друга, но постановщик Начо Дуато, что гений мог придумать в традиционном фламенко? Вы знаете, на что обратил внимание? На руки Ирины. Такая выразительность,
так необыкновенны эти жесты неклассического балета? Ну, я в хореографии, как известно, не разбираюсь совершенно, но я очень люблю фламенко. И очень давно это знаю. Это, на самом деле, цыгане испанские. И это поразительный танец в том, что страсть и в то же время сдержанность. Мне кажется, что вы это замечательно сделали. Вот именно выразили вот фламенко. Мне показалось грандиозным, что хореограф предложил, а вы это потрясающе исполнили. Это было не фламенко, это был, на мой взгляд, образ фламенко, и вы это сделали очень точно. А что скажут наши члены жюри? Техническая оценка, будьте любезны. 9, 9, 9, 10. За выразительность 9, 10, 10, 10, и мы потрясены. 76. Ну, давайте послушаем жюри, да? Кто бы хотел начать убеждать нас, что это правильная сумма? Номер получился вкусный, элегантный, безумно красивый. Не могла оторваться, Ирина, от ваших потрясающих рук. Петя, мне как раз не хватило немножко от тебя вот такой, знаете, вот... струны такой, которая бы... Петенька, прости, пожалуйста. Ничего, Танюша, я тебе объясню. Я просто... как женщина. Я тебе объясняю. Песня про любовь на самом деле. Про счастливую любовь солнца и луны. Может быть, это просто ты не почувствовала в самом танце. Но это не Пасодобль, где нужно было танцевать. Так, понимаешь? Поэтому замысел хореографа был в мягкости этих рук, и которые ты, кстати говоря, оценил. Я не совсем понял тогда, чего не хватило. Ты знаешь, я согласна с тобой, что весь танец не нужно танцевать в такой какой-то жесткой, как Тореадор с красным полотном, но в какие-то моменты все-таки мне показалось, что общее твое состояние было такое очень... скрытая. На мой взгляд, 9,9 – замечательная оценка, поэтому поздравляю. Тамара Николаевна, прежде чем вы скажете, я как всегда влезаю куда не надо, я хотел бы сказать, что Тореадор не танцует. Не танцует Тореадор, он занимается совершенно другим делом. Вот Гедемина Таранда говорит, что во всех балетах Тореадоры танцуют. Ошибается, бывает же. Вы знаете... Да. Владимир Владимирович, скажете? Да. Если бы он танцевал балета, то дело бы плохо кончилось. Нет, танцуют артисты балета. Потому что бык-то совсем просто не танцует, понимаете, да? Да, пожалуйста, Тамара Николаевна. Спорить не буду. Я тоже прочувствовала и силу страсти, сдержанность чувств, страстность поцелуя. И за это десятка. А вот не совсем точное движение Пети с платьем своей возлюбленной. Кое-какая-то неустойчивость в последней финальной позе. Вот это мне, к сожалению, дало основание поставить девятку. Хотя, конечно, хотелось бы только две десятки. Очень толково. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Викторович. Здесь все время идет примерно одни и те же слова. Понимаете, да? Когда я все время вам говорю одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И это становится для меня уже, это меня не забирает. У меня нет неожиданностей. Вот я смотрел сейчас, неожиданностей для меня не было. Это было хорошо, поэтому я и ставлю 9 и 10. Спасибо большое. Спасибо вам. Мне кажется, судьи не совсем дополнили номер. Недоволен я оценками, честно скажу, потому что, на мой взгляд, исполнили танец мы достаточно качественно. И такую хореографию, которая была поставлена в этот номер, мне кажется, нельзя было бы уложить в принципе как бы вот в рамки 10-бальной системы, на мой взгляд. 10, 10, 10, 10. Все десятки не самое главное в нашей жизни. Personas que se quieren, eso es bonito. Y no será que...